хороший вопрос. Приветствую. Вопрос такой. Не могу сблизиться с бывшей одноклассницей, которая считает меня старым другом. Не более. Я уже говорил, что это очень просто на самом деле. Нужно осмелиться атаковать. Просто осмелься ее атаковать. Значит, для того, чтобы ее атаковать, ты должен с ней оказаться в какой-то комнате, да, или у себя в квартире, или у нее, или в отеле, неважно где, вместе секса. Дальше ты делаешь следующее. Первое. Холодный душ. Ну, то есть под каким-то предлогом затаскиваешь ее в душ и там включаешь, и начинаешь ее прямо в одежде, неважно, поливать, чтобы она была мокрая. Просто чтобы она была мокрая. После этого голый король, полностью раздеваешься. После этого член руку, пальцы в пизду. Все, дальше секс. Вот это четкая стратегия, как любую абсолютно твою там старую подругу, там, подругу детства развести на секс. То есть первое, что должно быть, это шок. Шок за счет холодного душа. Дальше ощущение, она мокрая. Дальше снимаешь одежду. После шока она видит голого мужчину, тебя, а она тебя никогда не видела голым. То есть она, когда тебя видит голым, у нее переключается в голове все. И отношение к тебе как к другу переключается на отношение к тебе как к сексуальному объекту, особенно если у тебя встает член. Вот это прям важная вещь, да, чтобы у тебя начал вставать член при этом. Вот. Потому что если ты оголишься, у тебя будет там болтаться, и он висеть и так далее, ничего не выйдет. То есть ты должен возбудиться, это важно. Если она видит, что у человека встал член, она тут же, у нее вот на шок этот накладывается визуальная картинка мужчины со вставшим членом, возбужденным, она начинает уже, у нее включается уже инстинкт, и случается секс. А потом, как это так получилось? Как это так вышло? Я даже не знаю. Это само как-то произошло. Неожиданно что-то случилось. Я намокла, захотела высохнуть, увидела, в шоке увидела голову мужчину с членом и отдалась ему. Вау, это оказался мой друг. Вот как это обычно работает. Очень просто. Смотрите, первый раз я эту стратегию посоветовал своему ученику 20 лет назад, когда я был в Ростове-на-Дону, мой первый тренинг в Ростове-на-Дону. Ко мне пришел ученик и говорит, у меня подруга, и я ему это посоветовал. Он тут же, в тот же вечер пошел, сделал это. И на утро следующего дня он при группе давал обратную связь и рассказывал в шоке, что он трахнул подругу, с которой он знаком уже 18 лет, и он вообще не думал, что это возможно. Настолько это оказалось просто и легко. Да, поэтому просто нужно осмелиться пойти на это, и все. Просто не задумываясь, а просто пойди на это. И ты трахнешь абсолютно любую свою подругу.